Моими помощницами будут Вика и Катя. Итак, приступим. Начинаем с подъема рук. Правая, левая рука. Делаем шаг вперед и на согнутых ногах выходим вниз. Руки остаются в зале. Поднимаемся. Два. Теперь выходим правой ногой в сторону. Делаем полкруга бедрами, руки на бедрах. Теперь шагаем влево. Руки на груди, такие же полуповороты. Теперь поднимаем, на пружинке поднимаем руки наверх, вырастаем и делаем сброс в правую сторону. Обратите внимание, что левая нога должна быть прямой. Опять собираемся, ноги вместе, выходим вниз на пол, делаем мах головой. Раз. На второй мах выпрямляем левую ногу. Два. Выпрямили. Садимся на пол обратно. Теперь раскрываем ноги. Переворачиваемся. И выходим, враги выпрямляем наш пал. Собираемся. Вырастаем наверх. Теперь садимся вниз, раскрываем ноги. Делаем полный круг головой. Садимся опять на пол, выпрямляем левую ногу, доводим ее прямой, ставим правую и делаем замах. Теперь нам нужно посадить на левую ногу вперед. Встали. Теперь выходим на пол. Ноги шире плеч. Поднимаемся.